Рыжеволосая и белокожая среди большинства афроамериканок. Известную среди рэп-тусовки уссурийска исполнительницу Марю теперь можно услышать на известном российском портале Miss Rap. Продюсер Miss Rap на меня вышел где-то года два назад. У меня были опубликованы на музыкальных порталах разных, где можно самому загрузить трек. Были мои песни опубликованы. И он как-то искал, видимо, кандидатуру для того, чтобы выпустить сборник женского русского рэпа. Ну, ему понравилась моя кандидатура, он мне написал. Так Марья попала в сборник дамского рэпа и пообещала, как только выйдет ее собственный полноценный альбом, тут же даст знать продюсеру. Но в этом году исполнительница решила послать хоть не альбом, но то, что есть. Ну, он послушал и говорит: так, давай-ка трек вот осень на сайт. Согласна? Ну, конечно, согласна. Что тут? И теперь, заходя на Miss Rap, Марина продолжает недоумевать. Я и рядом с Мисси Эллиот, Лил Ким и другими звездами зарубежного рэпа. Для многих почитателей творчества уссурийской рэперши эта композиция стала удивительной еще и потому, что здесь Марья не только читает, но и поет. Многие прям думают, что все, ну все, ты ушла, ты запела, там подкалывают меня. Работай в этом стиле, я говорю, нет, не дождетесь. Впрочем, удивление друзей было приятным, поэтому Марина записала еще одну композицию, соединяя речитатив и вокал. Меняются времена года, это не погода, обрывает провода. И все звонки в никуда, города в этой глуши, не слышны наши голоса. Современное звукозаписывающее оборудование, профессиональный микрофон, а песни до сих пор хранятся в кейсе. За 10 лет набралось 8 килограммов. Сколько по числу, не сосчитать. Вот здесь еще корявый почерк. Сейчас трудно доказать свое авторство. Ну, это уже такой закон. Ну и вообще это дорого, права сделать свои. Поэтому я стараюсь писать все от руки на бумаге, чтобы были потрепанные бумажки, старенькие, которые можно дать на экспертизу. Несколько лет назад девушек-рэперши в Уссурийске нужно было поискать. Теперь исполнительница знает еще трех. Глядишь, скоро можно будет и женский рэп-баттл устроить, смеется Марья. Екатерина Богдан, Игорь Антонов, Телемикс. Это Марья, сторона Востока, yeah.